задать вопрос губернатору и услышать на него ответ. Игорь Кошин провел свою первую прямую линию. Основные темы для общения – ЖКХ, социальная сфера и развитие поселения. Ответы получились емкими и точными. 13 километров нового полотна. Дорожники подводят итоги своей работы в этом сезоне. Вместе с ними наш корреспондент Алина Выучийская. Ну а сейчас все свои силы дорожники направят на поддержание и содержание дорог в должном виде. Горячее утро. В Нарьян-Маре тушили пожар в частном доме. Есть пострадавшие. Ожогов она не получила, получила небольшое отравление угарным газом. С главными событиями этого дня в студии Олег Хатанзийский. Новости начинаются. Глава региона Игорь Кошин провел прямую линию с жителями округа в радиоэфире. Интересующие вопросы в средства массовой информации от жителей Нарьян-Мара и окружных сел поступали в течение 2 недель. Накопилось более 100 различных вопросов. Часть из них личного характера, но и эти обращения не останутся без внимания. Ответы на них жители региона получат по телефону или в письменном виде по почте. В основном же заданные вопросы касались социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, развития поселений и промышленности. Прямую линию с губернатором округа внимательно выслушала и моя коллега Ирина Цепетова. Абсолютное большинство вопросов, поступивших на телефон редакции окружных СМИ, на горячую линию губернатора и в социальные сети, были связаны с социальными льготами для жителей НАО. Почему сокращаются социальные льготы и можно ли сохранить их в полном объеме, интересовались жители округа. Игорь Кошин, в свою очередь, еще раз напомнил, сегодня в регионе полностью меняется подход к предоставлению льгот. Социальная поддержка в целом переводится на рельсы адресности. Проще говоря, помогать будут тем, кто в этом действительно нуждается. Большой блок вопросов был посвящен качеству жизни в Ненецком округе. В адрес губернатора поступали вопросы, связанные с дорогами, жильем, судьбой окружных предприятий. Один из таких вопросов касался Нарьян-Марстроя. «Очень просим любыми путями оставить его на плаву». Так начала свой вопрос к губернатору жительница региона. Игорь Кошин начал сразу с цифр. 564 миллиона рублей. Именно столько округ совершенно безвозмездно вложил в СМУ для финансового оздоровления за последние 2 года. Но ничего, кроме долгов и убытков, в результате не получили. Сегодня мы стоим перед выбором. Либо закачать еще там порядка полумиллиарда минимум в данное предприятие, чтобы попытаться сохранить его, ну так, на плаву. Вот. Но да, я еще не сказал, что сегодня еще сотни миллионов – это долги по налогам, во мне бюджетные фонды, пенсионный фонд. Поэтому с такой ситуацией больше мириться нельзя. И мы сегодня проводим определенную реорганизацию. Главная задача, которая стоит, чтобы те люди, которые сегодня сокращаются, получили все необходимые денежные выплаты. Вот это очень важно. А на тех производственных мощностях будет создано новое предприятие. Да, там будет меньшее количество работников. Но предприятие должно быть конкурентоспособным, должно строить жилье и объекты социальной инфраструктуры, востребованные в округе и, самое главное, по конкурентоспособным ценам. Волнует жителей региона и судьба мясопродуктов, в частности, качество выпускаемой продукции. Глава региона, отвечая на вопрос, отметил, что сегодня мясопродукты, как и все предприятия округа, оптимизируют свою деятельность, наращивают мощности, увеличивают количество продукции. В прошлом году предприятие недополучило сырье, что привело к дефициту продукции из мяса оленя. В предстоящую убойную кампанию планируется увеличение производства мяса на 25%. Кроме того, отметил губернатор, с 2016 года будут установлены новые ставки субсидий на мясо, которые будут стимулировать СПК реализовывать мясо в мясопродукты, а не за пределы округа. В результате принятых управленческих решений предприятие сможет обеспечить традиционной продукцией населения округа. Не обошли стороной прямую линию губернатора и вопросы, связанные с ЖКХ. В частности, людей волнуют высокие тарифы на тепло и воду и качество последней. Это не совсем эффективная работа предприятия, раз, и не совсем эффективная работа властей в данном направлении, два. Это совершенно четко. Именно поэтому в прошлом году мы приняли 95-й закон, по которому, по сути, предложили городу, если не получается у вас эффективно работать, передайте в округ, мы модернизируем это предприятие, оно будет работать эффективно и качественно. Город на сегодняшний день, руководство города считает, что самостоятельно, значит, выведет это предприятие из первой, из той долговой ямы, и самостоятельно сможет его модернизировать. Ну вот в течение этого года мы наблюдаем. Вот так, собственно говоря, и живем.
В рамках прямой линии поговорили и о дорогах. По итогам этого лета Наринмарторремстрой выполнил большой объем работ. Глава региона заверил, на этом дело не завершится. Это начало масштабной модернизации дорожной сети. В этом году в регионе начали искать способы создания ливневой канализации. Затронули один из самых больных дорожных вопросов – строительство дороги Наринмар-Тельвиска. Мы в этом году уточняем этот проект, ну, то есть проектно-сметную документацию, уточняем, и я надеюсь, что в следующем году мы возобновим эту стройку, потому что дорога действительно нужна. И кроме того, мы в этом году еще уточняем проектно-сметную документацию по так называемой объездной дороге, которая тоже в городе необходима, потому что сегодня в часы пик у нас автомобили выстраиваются практически от искателей до города. В завершении радиоэфира губернатор округа обозначил цель, которую сегодня ставит перед собой власти региона. Это достижение высокого уровня устойчивости Ненецкого округа к экономическим кризисам. Для этого сегодня поставлены конкретные задачи, которые сформированы из потребностей жителей Ненецкого округа, отметил Игорь Кошин. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Итак, полную текстовую версию прямой линии с Игорем Кошиным можно будет прочитать на нашем сайте, адрес trksever.ru. Как уже было сказано ранее, в ходе прямой линии губернатора Игоря Кошина он отметил о большом количестве вопросов, связанных с дорожной сферой. Вообще, дороги для нашего региона – тема отдельная. Если еще год или два назад из уст наринмарских автомобилистов сыпались одни ругательства, мол, не дорога, а стиральная доска, яма на яме и тому подобное, то сегодня можно смело заявить – в столице нефтяного региона и дороги под стать. Моя коллега Лена Вовчевская расскажет о масштабной реконструкции транспортных артерий Наринмара в дорожно-ремонтном сезоне 2015 года. От поселка Искателей до центра окружной столицы, от аэропорта до Кольцевой. Порядка 13 километров нового дорожного полотна. С начала июня и до первого снега, и днем, и ночью. Ремонтный сезон 2015 года побил все рекорды. Работа кипела в буквальном смысле слова. Асфальтоукладчики, катки, грейдеры, КАМАЗы с песком и щебнем. Этакая дорожно-строительная эпопея. Как результат, полностью обновлено дорожное полотно на автотрассе Наринмар-Искателей. Участок федеральной автотрассы в сторону аэропорта, проведена реконструкция транспортной артерии в районе улиц Воучейского, Октябрьской, Ленина. Полностью обновлена и набившая оскомину автомобилистам Первомайская. Заасфальтирован микрорайон авиаторов. За несколько месяцев транспортные артерии Наринмара изменились практически до неузнаваемости. Ну, сейчас хоть нету ям, как были раньше. Можно ехать по гладкой дороге. Приятно, да. Молодцы ребята работают. Ну, наконец-то начали делать дороги. Хоть и днем делают, но ничего. Мы терпим. А вот приятно ездить по новому ровному асфальту? Да, так и охота разогнаться, но нельзя. Асфальтовый завод в дорожно-ремонтном сезоне 2015 года использовался на максимальную мощность, чего не было уже 15 лет. На предприятии выпустили около 20 тысяч тонн асфальта. Для сравнения, за прошлый год было выпущено лишь 1800 тонн. Причем, по словам сотрудников асфальтобетонного завода, качество смеси намного лучше, чем в 2014. Ну, во-первых, материалы другие, качество другое материалов. Плюс применяем сейчас минпорошок. Это, ну и люди же и видят, что качество асфальта совсем другое. И это не те, что в прошлый год, позапрошлые года применяли старый материал, отсев. Сейчас снова с Карелии идет материал отличного качества. Так что будем надеяться, что простоит хорошо. Помимо наринмарских дорог, ремонту подверглась и межмуниципальная автодорога до поселка Красная. Работы на 9, 16, 29 и 37 километрах начались в середине сентября, а сейчас находятся в завершающей стадии. Сложные работы, значит, когда больше груза идут машины, конечно, дороги разбивают. То есть мы делаем дороги, а в это же время на других участках, где мы работы не производим, у нас постоянно работает грейдер, каток, чтобы дорогу поддерживать всегда в рабочем состоянии, чтобы люди ездили в Красное и, так сказать, нас не ругали. Готовятся дорожники и к строительству зимника. Кстати, в этом году маршрут от окружной столицы до республики Коми станет короче на 52 километра. Он пройдет вдоль строящейся дороги Наринмар-Усинск. Ранее временная дорога примыкала к уже действующим зимним маршрутам нефтяных компаний, что было не совсем удобно для жителей Ненецкого округа. Такая глобальная реконструкция дорожной сети в регионе началась после передачи полномочий в этой сфере из города в округ. В общей сложности на ремонт дорог окружной столицы в текущем сезоне из окружного бюджета было выделено 400 миллионов рублей. Еще столько же округ получил из федеральной казны. Ну а сейчас все свои силы дорожники направят на поддержание и содержание дорог в должном виде. Алина Волчейская, Александр Дуркин, телеканал «Север».
В Архангельск теперь можно будет долететь на Боинге. Авиакомпания «Норд-Авиа» с 3 ноября забазирует в столичном аэропорту крылатую машину марки «Боинг 737». Об этом в ходе еженедельного оперативного совещания при главе региона сообщил генеральный директор аэроинмарского объединенного отряда Валерий Остапчук. Помимо прочего, обсудили и другие не менее важные вопросы. Оперативное совещание начали по традиции с отчета стражей порядка. Олег Ильиных доложил об осложнившейся в связи со снегопадом дорожной обстановке. О работе коммунальных служб на дорогах и тротуарах отчиталась Татьяна Федорова. Она сообщила, что на уборку снега направлено 16 единиц спецтехники. Глава региона Игорь Кошин, в свою очередь, обратился к мэру с просьбой ускорить работу по проведению освещения дорог в микрорайоне авиаторов. Есть обращение от жителей. Значит, посмотрите по освещению вот этой дороги. Проектная документация завершена, и работа, думаю, в течение 2 недель это будет выполнено. То есть это в течение пару недель получится осветить, да? Хорошо. И посмотрите, значит, совместно с нашими специалистами по автобусным маршрутам. Есть необходимость добавлять? Нет необходимости? Хорошо. Значит, посмотрите эти вопросы. Транспортная доступность и освещение. Поговорили и о сельском хозяйстве. Олег Белак сообщил о ситуации по убойной кампании. В СПК «Красный Октябрь» она уже началась. На текущий момент убой оленей составил 30 тонн, что составляет половину планового показателя по поставке оленины из этого СПК на Наринмарский мясокомбинат. Также руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и АПК привел цифровые показатели по выдаче разрешений на осенне-зимнюю охоту. На текущий момент выдано более 900 разрешений – 864 на птицу и 81 на животных. По словам Олега Белака, в связи с очень высокой активностью жителей Ненецкого округа в сфере охотничьих отношений возникла необходимость проведения встречи с охотниками. Я думаю, что вот подобное совещание мы проведем 27 ноября в 3 часа в помещении департамента. Поэтому у меня большая просьба к главам муниципальных образований, чтобы они разместили такие объявления. И мы готовы выслушать все мнения и предложения, что называется, с мест от наших жителей. В ходе оперативного совещания стало известно и о том, что компания «Норд-Авиа» забазирует в аэропорту Наринмара самолет «Боинг 737». Он будет выполнять ежедневный рейс до Архангельска. Кроме того, с понедельника по пятницу рейс будет стыковочный – в 8:30 на Архангельск и в 10:30 из столицы Поморья в Москву. По пятницам – стыковка с Санкт-Петербургом. Попасть в город на Неве прямым рейсом жители окружной столицы смогут по воскресеньям. Сохранится и ежедневный рейс Наринмар-Москва авиакомпании «ЮТР». «Коми Авиатранс» также продолжит летать по маршруту Наринмар, Сыктывкар, Киров и обратно. Алина Волчейская, Леонид Шишилов, телеканал «Север». В регионе завелись необычные преступники, но об этом чуть позже. Застенчивые воришки. В Наринмаре расследуют курьезное преступление. Двое горожан на протяжении месяца обчищали своих соседей. Совершили хищение для строительства своего дома. Несколько квадратных метров в огне и дым, который видно издалека. В Наринмаре этим утром тушили пожар в районе окружного тубдиспансера. Горел жилой частный дом. Все началось около 9 часов, и пламя стало очень быстро распространяться. Когда на место прибыли пожарные, огнем была охвачена часть крыши. В здании в этот момент все еще находились люди. Подробности инцидента в следующем материале. Сигнал о возгорании на пульт дежурного поступил в районе 9 часов утра. В тушении были задействованы несколько пожарных расчетов, 5 единиц спецтехники и почти 20 человек личного состава. С огнем справились быстро, буквально за считанные минуты. В момент пожара в доме находилось трое пожилых людей. Все они благополучно были эвакуированы. Одному потребовалась помощь медиков, остальные отделались лишь испугом. По предварительным данным, возгорание в частном строении произошло в гаражном помещении из-за короткого замыкания электропроводки. Этот случай у нас не первый. За октябрь месяц в гаражах на территории города и поселка Искателей произошло уже 3 пожара, включая этот пожар, по причине короткого замыкания. От огня пострадало сразу несколько помещений, в том числе и жилых, но в основном выгорели гараж и крыша. Это отчетливо заметно, если посмотреть на внешнее состояние дома. Однако оценить реальный ущерб, нанесенный пожаром, владельцам частного строения еще только предстоит. Олег Танзейский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».
А вот полицейские расследуют преступление, которое можно смело отнести к курьезам. Двое жителей Нарьян-Мара на протяжении месяца буквально из-под носа воровали у соседей строительные материалы. Затем использовали их при возведении уже своего дома. В качестве добычи становились пеноблоки, минеральная вата и различные инструменты. Работали преступники исключительно в темное время суток. Наворованное они вывозили на грузовой машине. Личности были установлены, значит, они дали признательные показания. В отношении них возбуждено сейчас на данный момент 3 уже уголовных дела. Значит, имеется еще один материал проверки, то есть в последующем будет 4 уголовных дела. В отношении него одного из них избрана мера пресечения заключения под стражу, он находится в изоляторе временного содержания. Другой, значит, избрана подписка о невыезде. Волна мобилизации в Ненецком округе 1 ноября стартует очередной осенний призыв в армию. Кампания продлится до 31 декабря. По данным военного комиссариата, в различные войска для прохождения военной службы отправятся почти 150 человек. Это чуть больше, чем в прошлом году. Всего же во время нынешнего призыва на комиссию планируется пригласить 344 юноши. Стоит отметить, часть призывников в соответствии с законом об образовании получат отсрочку. Также в армию не отправятся те, у кого имеются проблемы со здоровьем. В прошлую призывную кампанию таких оказалось больше 100 человек. Добавлю, ребята из Ненецкого округа в основном несут службу в частях Ленинградской, Архангельской и Мурманской областей, а также Воронежской и Московской. Как правило, это сухопутные войска, военно-морской флот, ВВС и ВДВ. Срок службы остался неизменным всего год. Нарьян-марские автомобилисты сегодня отметили День жестянщика. Подробности буквально через минуту. Завалило по уши. Нарьян-Мар оказался во власти сильного снегопада. Повсюду огромные сугробы, на дорогах транспортный коллапс. За сутки произошло сразу несколько серьезных ДТП. Нарьян-Мар в буквальном смысле оказался в плену стихии. Город завалило снегом. Повсюду огромные сугробы, осадки начались еще ночью и местами не прекратились до сих пор. Городские власти и коммунальные службы на уборку дорог и улиц отправили практически всю имеющуюся в арсенале технику. Впрочем, без транспортного коллапса все же не обошлось. Еще утром дороги превратились в ледяное скользкое полотно. Почва еще теплая и после снега с дождем все быстро примерзает. Автомобили ехали с трудом, заносило даже больше грузы. Утром образовалась огромная пробка. Она растянулась на несколько километров. Всему виной авария, которая произошла недалеко от Кашгардинского моста. Всего за сутки в Нарьян-Маре и поселке Искатели произошло около 10 дорожно-транспортных происшествий. Погода преподносит нарьян-марцам неприятный сюрприз. Это обильное выпадение снега, в связи с чем отмечается слабая видимость и скользкость на дороге. Госавтоинспекция Ненецкого автономного округа призывает всех участников дорожного движения к осторожности и особой бдительности во избежание несчастных случаев на дороге. Улучшится погода, по прогнозам метеорологов, только завтра, однако уже в четверг в Нарьян-Маре снова ожидается мощный снежный циклон. Так что будьте осторожнее. Такова была информационная картина дня. Все новости есть и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее прогноз погоды. До встречи!